Добрый день. Сходил снова на базарчик. Вот, все, что купил, вот она. Ну, начну с рубаночка, как обычно. Без рубаночка уже никуда. Вот такой вот СИЗ. Так, сейчас не помню, инструментальный завод. Ну, ничего особенного, простенькая. Вещичка за 100 рублей купил, ну, не знаю. Честно сказать, у меня этих рубаночков уже что-то и покупают плохо последнее время. Вот, ну, опять же, может быть, себе этот оставлю, что-то продастся другой. Может, ну, не знаю, может, наоборот, кто-то такой захочет купить. В принципе, интересная конструкция, вот простая, кстати, одна деталь из алюминия, вылить несложно, нож, вот, крепежная, винтик здесь вот вставлено, раз, два, три, четыре, пять деталей, ну, вот винт с пластмассовым наклеенным. То есть изготовление очень простое. Таких. Вот, так как он внутри пустотелый, то не такой уж и плохой. То есть и тяжелый. Я думаю, как сказать, для сильно каких-то точных работ навряд ли, так я что-то все выпадаю из кадра. Вот, а для каких-то таких простых, что-то где-то подстрогнуть. Или, мне кажется, даже вот его хорошо, он прям просится отпилить вот эту переднюю часть. И как он, я не помню, называется, как-то он там стамесочный рубанок. То есть вот он можно тогда к самому концу подходить. На мой взгляд, что вот и расстояние, вот она ось. Если мы вот так вот его отпилим, то здесь вполне. Чем смотришь видео, кто-то что-то делает, ну 100 рублей туда отпилить, это вот ну, совсем элементарно алюминий. Вот, и купил кучу книжек, или журналов, не знаю. Вот, купил вот 4 книги по 10 рублей за 40 рублей. Что я купил, давайте буду показывать. Итальянский экран. Вот, люблю я итальянское кино, вот Рим, открытый город, еще какие-то вещи. Тут неореализм, антивоенная и антифашистская тема, издательство искусства, 71 год, Ленинград, Мурату. Ну, честно говоря, вот не знаю, сейчас уже немножко, с другой стороны, отошел от всего вот эти вот статьи, что-то там они рассказывают, ну, в основном, знаете, из пустого в порожнее переливать, ну, напомнить, вспомнить какие-то фильмы, потом опять же возникнет желание почитать. Предпочитать посмотреть, пересмотреть. Ну вот. Ну, за 10 рублей почему не полистать? Вот такую вот книжечку про актера Фернанделя. Интерес, ну, я с интересом отношусь, на мой взгляд. Очень хороший актер. Ну, хотя вот, не знаю, вот мне западным, скажем, французский юмор не близок стал. Там, ну, если не про Фернандели говорить, если вспомнить итальянских кого-то там, Луи де Фюнеса, они в основном что-то корчат рожи. Есть и наши отечественные, но я вот тут мне стало не смешно. Ну, корчат и корчат. То есть мне больше нравится, когда какая-то там интеллектуальная, то есть именно какая-то что-то такое словесное, еще что-то. Вот, ну, Фернандель, опять же, напомнить, какие фильмы, почитать, ну, почему бы и нет, за 10 рублей. Так, Марсель Карне, мастера зарубежного киноискусства. Ну, знаменитый Марсель Карне, хотя я сейчас уже и не вспомню, что же он снял. Ну, фильмография, давайте напомним. Что я вот уже забыл, ну, просто вот, ну, как-то я немножко отошел от кино. И уже не помню.
Ножан, воскресная Эльдорадо. Иди, ободранный, тише. Трагическое путешествие, избрание в Академию. Так, это что-то у нас полнометражные игровые фильмы. Женни. Забавная драма. Набережная Туманов знаменитая. День начинается. Вечерние посетители. Дети Райка. Ну, Дети Райка-то я помню. Врата ночи. Что-то знакомое. Врата ночи. Не помню, видел, не видел. Мария из порта. Жульетта или ключи к снам. Тереза Ракен. Воздух Парижа. Страна, откуда я родом. Там названия-то такие потрясающие. Воздух Парижа. Вот опять же, вот интересная вещь, вот можно сказать воздух Парижа, воздух Питера. А вот я живу в Омске, сказать воздух Омска. Как-то не то. А то, что было в прошлом году, в этом, то это уже и совсем будет другое. Вот. Так что Марсель Карне, ну, почитать интересно. Так, иди, помощник. Жан Ренуар, «Моя жизнь и мои фильмы». Вот. Ну, Ренуар тоже знаменитый. Вот, допустим, «Великая иллюзия», Жан Габен и Пьер Френе. Правда, я не знаю, кто такой Пьер Френе. Ну, Габена, кто кино любит. Это что у нас тут? Ну, тоже интересный. Опять же, интересный, то есть Жан Ренуар, он сын этого художника, по-моему, Огюста Ренуара. Не знаю, вот это, на мой взгляд, как-то немножко странное поведение родителей. То есть у Ренуара портреты Жана Ренуара с обручем. Вот как-то одевать мальчика в платье с бантиком, как-то я не знаю даже. Вот, опять же, вот с другой стороны. Жан Ренуар шьет платье для своего верблюда. То есть это вот, вы знаете, это что-то из сюрреализма. Там с каким-то бантиком шьет платье для верблюда. Ну, как-то это вот все странно для меня. 16-й год, Жан Ренуар с отцом во время отпуска для поправки здоровья. Вот. Старший из братьев Пьер с отцом. Вот, по-моему, про Ренуара было забавно это, что как он начал снимать кино, кто-то рассказывал, что у него жена была актриса, что-то ее снимать никто не хотел. Вот, тогда Жан снял со стены картину отца, продал, на эти деньги снял кино, стал снимать жену. Ну, оказалось, что не зря он подался в кино. Вот. Такие вот 4 книжечки за 40 рублей. И вот эта вот стопочка 200 рублей. Вот здесь эти разные гравюры. Немецкая гравюра, нидерландская гравюра. Что тут? Итальянская гравюра. Французская. Вот, ну, много там японская, советская. Где-то там японская мне понравилась. Такие замечательные лица. Где же они, родные? Вот они. Это японская семья.
Вот. А, скажем так, ну, можно долго листать, все это изучать, ну, почитать, поизучать, вот, поглядеть, как-то на мониторе смотреть гравюру. Ну, можно, но как-то оно скучно. И не то, что скучно, но как-то вот не то. Вот. Здесь меня что заинтересовало, скажем так, что, может быть, те, кто подписчики канала, кто следит, скажем так, ближе к нашей теме всяких самоделок, инструмента и прочего. Оп, вот, обратите внимание, рубанок. Потом конструкция, вот это у нас Дюдер, Меланхолия, 1514 год. За 500 лет не изменилось. То есть вот типичная вот эта вот лодочка, так называемая, если я не путаю. Ну, то есть он получается, где нож чуть шире, а спереди, сзади сужается. Вот. Такая вот вещь, то есть рубанок существенных изменений европейский не претерпел за это время. Ну, как говорится, так вот и мелочи, интересно посмотреть, то есть какие. Так что можно сказать, что без рубанков не обошлось. Что еще рассказать интересного было на базаре? Продавалась точилка для ножей электрическая. Ну, интересная вещь, но я насколько она качественна, не знаю, за 100 рублей там можно. Нет, вот, ну не поэтому так, баловство этого. Вот, интересное, как скажем, приспособление, чем оно вешается на стену, там втыкаешь в розетку, там моторчик слабенький, настоящий, по-моему, вот. Вот, и там проводим, точим. А, и в ней же сделана открывашка для бутылок, и нож, по-моему, тоже электрический, эти консервы вскрывать. Вот такая вот забавная конструкция. Вот. Ну и такой еще один рубанок точно такой же продавался. Потом их, допустим, я давно не видел таких. Ну, как сказать, как-то интересно, до этого таких я в продаже не видел, а тут вот у двоих сразу. Ну, второй вот дороже человека. Ну, пускай, как говорится, дальше продают. Что еще? Ну, вот, поснимал немножко и опять на телефон сам базар, то есть, может, когда-нибудь смонтирую, все-таки как-то там это соберу в кучку. Ну, вот, будет тогда. Так, хорошо, понятно, что-то. Я все-таки решил, что надо с нескольких базаров снять, потом, может, ну, смонтировать, если что-то получится. Так, что еще интересно? Какой-то осветитель продавался, но он непонятно какая лампа, вернее там я понял. Ай. Там такое, ну, типа, то ли он на 12 вольт, вот такая, как бывает в автомобилях старых, такая конструкция вставили, повернули. То ли это, лампы нет, там, ну, просят 200, там, ну, да, там есть какая-то лампа, то есть лампочка, линза. Может быть, светофильтр воткнут. Вот. Ну, не знаю, насколько оно. Ну, не стало брать, не уверен, что он мне нужен, такой осветитель. Было бы их два, там, может, как-то. Вот, но, может быть, он интересен, чем он, я так понял, что он направленный свет делает, потому что он длинный, маленький. И, скажем, как такой точечный источник света, именно не рассеянный, если будет моделировать, то есть что-то вот подсветить как раз какую-то зону даже, ну, в общем, лица. Вот, ну, может быть, в следующий раз, ну, кажется, не знаю, возьму, не возьму. Вот, что еще там интересного видел? Да, собственно, ну, все там. Какой-то не сильно большой базар был, как-то вот так, довольно вялый. Ну вот книжечек купил. Ну опять же, книжки я не знаю, вот, может почитаю, да попытаюсь их чуть-чуть подороже выставить. Потому что продам. Вот. Вот эти вот про гравюры, то есть я так понял, это какая-то серия была. Вот, ну не помню, ну не знаю. Короче, вот так вот. Благодарю за внимание. Всего доброго. Удачи.